бодались трое суток. Ну, три дня мы ходили в наступление по этапу. Первый этап был выбить противника с позиции. Они находились возле посадок, в посадках. Мы их выбили. Второй этап уже противник занял оборону. Вы знаете, за какое село говорю. Вот, в селе. Ну, то есть оборудовал там позиции, огневые точки. Задача была подойти вплотную и разбить противника. Ну, то есть, ну, тут уже, так скажу, на характере бойцов, пехоты, танкистов, мы подошли вплотную. Заминированные поля, дороги, то есть это надо было все время высовываться, смотреть, ну то есть наблюдать, ввести механика, чтобы мы не подорвались. При этом велся по нам интенсивный огонь. Ворвались в село, дали прикурить противнику. Ну, это война. Ну, танчик немного подбили, но слава богу, все живы, здоровы. Потому что же говорю, плановое. А что будете делать? Эвакуировать технику. Потому что наша, ее надо ее вытягивать, эвакуировать, ремонтуется и подальше идти в бой. Если есть там минимальные ушкодження, то вона ремонтується.